На прошлой неделе мы имели возможность наблюдать попытку очередной оранжевой революции. Каждый раз удивляешься тому, насколько все примитивно, топорно по одному и тому же сценарию, как это делается. И каждый раз на это откликаются люди и делают то, что нужно манипуляторам. Вот все, наверное, смотрели фильм про лису Алису, кота Базилио и Буратино. Очень поучительный фильм. Хочу напомнить слова песни, которая настолько точно отражает технологии манипулирования массами, что просто даешься иной раз диву. Если помните, там поется, что на хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь, делай с ним что хочешь. А хвостун – это гордый человек. Я думаю, что все мы с этим согласимся. И вот этому хвостуну дается вдруг какие-то сведения, типа вот коррупция, вот продают там народные какие-то земли или какие-то другие, не весть откуда взявшиеся аргументы, вот только ты сможешь это остановить, это же для тебя все, давай, вставай, вставай. Смотришь, правда, человек встает. Совершенно критически не мыслит. Дальше, вспомните в этой песне, на жадину нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Ни для кого не секрет, что и финансовая подпитка там, конечно, имеется, что можно, безусловно, влить деньги туда, куда надо, и видно, насколько профессиональные ролики демонстрируются, что все вот эти вещи требуют очень больших денег. И доказательства приводят, что лидеры, так называемая оппозиция, они делают это не за просто так. И вот еще одно, то, что должно бы нас на эти мысли наталкивать, что мы же все-таки не в стране дураков находимся, когда нам предлагают закопать наши денежки, причем на полном серьезе. Ну и третье, то, что, наверное, надо относить к людям, которые делают любые революции, начиная там от французской, проходя через октябрьскую, потом, значит, перестройку, это на дурака не нужен нож, ему с трикороба наврешь и делай с ним что хочешь. Ну, разве не так? Разве умеют люди фильтровать то, что им пытаются сказать и через эти вещи манипулировать? Вот нам бы всем надо бы поучиться больше анализировать и не уподобляться ни хвостунам, ни жадинам, ни дуракам. Целее будут и наши денежки, и наши души, которые гораздо целее еще самих денег. Всего доброго.